Добром сгорела иномарка. Ford Fusion загорелся в 2 часа ночи во дворе дома номер 13 по улице Безыменского. На место незамедлительно выехали пожарные. С огнем справились за считанные минуты. В ликвидации пламя было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. В соцсетях пишут, что в этом дворе горит уже третья машина за последние 3 месяца. Также интернет-пользователи не исключают, что причина пожара в войне за парковочные места. К слову, за поджог автомобиля предусмотрена уголовная ответственность. Наказание – либо штраф до 40 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Горел моторный отсек и салон автомобиля на площади 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина? Причина пожара расследует дознаватель отдела надзорной деятельности.